Здравствуй, мама. Я уже проснулся. Вот, сижу, пишу тебе письмо. Мальчик поднял взгляд и улыбнулся. От него повеяло теплом. Он писал и редко прерывался, рисовал картинки на листе. Он один из всех не поддавался. Мысли, что не нужен, стал семье. Мальчик знал, что мама не забыла, что вернется, чтоб его забрать, что она все письма получила, но только занята, чтоб прочитать. Он писал, что видел и случилось. Рассказал, что встретил здесь друзей. Написал, что ночью ему снилось, а в конце просил: «Вернись скорей». Он писал нечасто, раз в неделю, а в другие дни он ждал ответ. Мальчик отправлял письмо и верил, что подписан правильно конверт. На конверте маленькие буквы, и писал он мелко лишь одно: адрес получателя – до мамы, адрес отправителя – деддом.